Почти 10 тысяч многоквартирных домов в Самаре уже попали в систему электронной ЖКХ. Под онлайн-контроль жильцов попадают все дома, где больше 4 квартир. В системе появились двойники. Районные администрации срочно наводят порядок с адресами. Такое превышение связано с дублированием адресов. То есть многие дома располагаются по двум адресам. В связи с этим необходима корректировка данных списков изнесенного количества домов. 200 домов подготовлены к удалению и должны быть удалены разработчиками. 400 домов администрациями районов. Создание электронного ЖКХ буксует в Промышленном и Красноглинском районах. Не описано более сотни адресов. Есть в программе вопросы, которые, значит, не отработаны. По 128 домам я сейчас не готов ответить. Я эту цифру слышал, и мне должны были доложить, но не успели дооперировать. Попозже я вложу. Программы могут быть, конечно, недоработки, но если туда не внесена информация, то она просто руками не внесена. Разберитесь, почему. Электронное ЖКХ должно сделать работу управляющих компаний прозрачной для жителей. Подробную информацию о себе в интернете обнародовали всего 19 управляющих компаний. Это меньше половины. Первый зам главы города Юрий Ример поручил темпу ускорить и, если потребуется, штрафовать. Лариса Шлафас, Дмитрий Тарасов, ГИС «События».